Костя, все в сборе? Да нет, ты чего, Зинаида еще не подошла. О, да, Зинка. Зина, наверное, не придет. Это почему это она не придет? А да вот же она. Зинаида! Привет, Зинаида! Привет, ребята. Всего неделю не виделись, а кого-то целую вечность. Садись. Зин, Зина, может, тебе лучше было дома остаться в таком положении? Да ты что, ну какой же след без Зинки, а? Это точно. Давайте, ребята, нашу попутную! Давайте! Мы едем, 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 и с нами, как всегда, бутылочки, гитары, без них никак нельзя. Тра-та-та, тра-та-та, с нами едет Гурбана, обезьяна чи-чи-чи, дырковул и бендерчин. Это все на пятерых, вот компания пыскарых, вот компания пыскарых. Солнце светит ярким светом над Москвою и вокруг. Почему же люди летом отправляются на юг? А в Подмосковье ловятся лещи, водятся грибы, ягоды, цветы. Лучше места дальние ищи, только время зря потратишь ты. Первый тост, как обычно. Ну, Глыба, валяй. Давай. Мы поднимаем тост наш с давних пор за рифму, за природу, за Кагор! Давайте, классный тост. Друзья, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как здорово, что все мы живем в этом прекрасном городе Баку, в этой колыбели авторской песни. Когда я осознал это всеми фибрами своей души, во мне возникли следующие строки. Юрий Визбор родился на Солнцево, Акуджава на Басина жил, Вознесенский сидел на Баилова, Розенбаум в Насосной служил. Браво, браво! Вот сколько я знаю Глыбу, ну не перестаю ему удивляться, вот и не перестаю. Друзья, давайте, Глыба прав, давайте сегодня поговорим о Баку, о том, какое место он занимает в поэзии, да? Вы знаете, мальчики, я вас так люблю. И вот хочу вам сказать, что ни одна наша встреча не похожа вот одна на другую. Ай, дай гитару. Из современного. Я не буду дверь Бармеку открывать. Не откроет дверь Бармеку моя мать. И отец мой тот, что умер в 45. Да Бармека дверь не будет открывать. Сильно! Умно! Величаво! Вот знаете, честно, когда я слушал твою песню, что-то навеяло такими воспоминаниями о старом Баку. И вот сейчас экспромтом я придумал ностальгические строчки. Подыграй, пожалуйста, мне лирическое что-нибудь. Где ты, тетя Варя, что на табуретке продавала Мальборо красной сетке? И представить янки даже не могли. Продает Америку Варя за рубли. Зина, Зина, ну что ты плачешь? Ну не надо, тебе нельзя в твоем положении расстраиваться. Красиво-то как! Ну красиво, талант. Кстати, ты не откроешь наконец-то нам имя отца ребенка, а? Кто он, этот счастливчик, а? Ой, нет, я вам не скажу, вы здесь все поэты, сразу зарифмуйте. Да как тебе не стыдно? Мы с тобой столько лет друг друга знаем. Зина, обижаешь? А. Ладно, его зовут Антон. Ну, за Антона! За Антона! Красивое имя! Редкое! Антон! Серега, кстати, как там у тебя с работой? Устроился? Да где там устроился? Ты что, не в курсе? Сейчас везде все схвачено, за все заплачено. Я даже по этому поводу
стихи написал. Вот послушайте. Волнуюсь. Давай. Стало модным работать в BP, говорит англичанин Бури. Даже мать, сняв с сынишки штаны, говорит не пипи, а бипи. И счастливчик хочет бахт Юсивли, тоже хочет работать в BP. Ну, Серега. Ребята, что-то мы взгрустнули совсем. Ой, не говори. Давайте что-нибудь веселенькое. Давайте. Давай. Если у вас нету тети. Давай, Серега, заводи. Если у вас нету денег, налоги вам не платить. И если день не понедельник, то значит он, любым другим днем может быть. Средой, например, может быть. Если у вас нет фортуны, вам таза ее не видать. И нету расстройства желудка, то вам и не, вам не придется стирать. Не постирать. Если у вас нету кошки, в квартире не будет вонять. И нет права мухи сережки, то вам и не, с Моисеевым не переспать. С Борькой не спать. Статья есть в УК 109. В тюрьму могут запереть. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Здорово! Хорошо сидим. Слышишь, Глыба, я вот что спросить хотел. Скоро выборы президентские. Ты за кого голосовать-то будешь? Ну, свой выбор я еще в 93-м году сделал. И свое мнение менять не собираюсь. А по поводу предстоящих, во мне родились вот такие вот строки. Мне приснился Гамбаров Иса, в нос его укусила оса. И Расул снится мне каждый день, но не впишут его в бюллетень. Снится мне Этибар Хусенли, и его в бюллетень не внесли. Не попал в бюллетень и Панах, укусила оса его в пах. Муталибов приснился Аяс, укусила оса его в глаз. Я проснулся и понял тогда, в чем политиков этих беда. Ты дружи со своей головой и не будешь кушан осой. Браво, Глыба. Нет слов. Одни эмоции. Мурашки по коже. Спасибо, ребята, спасибо. Ну что, ребята, чувствую, моя очередь настала. Просим! 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 Давай, Зиночка. А наболевшим? Не ходите, женщины, вы в роддом рожать. Обдерут, как липоньку, молодую мать. За пупок упавши и за простыню, чтоб отец мог сыну сделать утю-тю. Девоньки, подруженьки, вот что вам скажу. Ай, схватки начинаются. Что ж, пойду рожу. Поможем, поможем, ребят. Давай, Серёж. Душа, 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 душа! Ну, ребята! Один за всех! И все за одного! Ну что, кто? Сын! Ура! За это надо выпить! Точно! Выпить! Ох ты! Ой, какой хороший! Носик! 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 Да подождите вы со своим носиком! Дайте мне сказать. Маленький мальчик решил пошутить. В
отцу в пахану мышьяк подложить. Оба скончались от приступа вмиг. Папа был тоже великий шутник. Ну ты, мать, даю! Поэта родила! За поэта! За поэта! Ну что же, мы все темы обсудили, попели и ребеночка родили. Кагуры нет, бутылки все распиты, на этом объявляю слет закрытым. Там под Москвой ловятся лещи, ходятся грибы, ягоды, цветы. Лучше места даже не ищи, только время зря потратишь ты.